Привет, вообще-то это мое место. Что? Ты вообще кто такой? Я сижу где хочу, у меня 100 баллов. Я новенький. И что же ты свои баллы скрыл, новенький? Сколько у тебя? Какое тебе дело? Еще раз повторюсь, у меня 100 баллов, и в этом месте я главное звено, и никто не может сидеть на моем месте, и никто не может задавать мне вопросы, тут их задаю я. Неужели эти баллы могли сотворить с человеком такое, когда у тебя снесло крышу, или ты всегда такой была? Нет, не всегда, но я стала такой, и мне это нравится. Расскажи, как ты стала такой? Пока что я не верю, что ты не была такой раньше. Я не собираюсь тебе душу изливать, новенький. У меня имя есть. Я Марк. Класс, мне пофиг. А ты Бет, верно? Ага, отвали теперь, ладно? Может, ты заметишь меня, если я займу твое место? Ну, удачи тебе с этим. Мое место невозможно занять. Итак, сейчас мы определим, кто поедет на конкурс от имени нашей школы представлять самого успешного человека. И что тут определять? В этой школе только у меня 100 баллов. Это буду я. Итак, поедет Марк. Поздравляю. Как это? Тут какая-то ошибка. Извините, Бет, я тоже так считаю, но не могу ничего сделать, система не ошибается. Элизабет, ваша работа вторая в классе по успеваемости. Поздравляю. Вторая? Это невозможно. И у кого первая? У нашего новенького, Марка. Его работа просто совершенно. Снова новенький занял мое место. Нужно его проучить. Первая в этом классе и в этой школе. Могу быть только я. Что мы будем с ним делать? Упс. Что вы делаете? Это была моя любимая рубашка. Теперь это твоя любимая рубашка в вишневом соке. Увы, он не отстирывается. И зачем вы все слушаетесь эту сумасшедшую? Сбавь обороты, у нее 100 баллов. Чем ближе мы к ней, тем ближе к успешному будущему. Эти баллы лишь обманы, не значат ничего. Вы не понимаете? Ты поэтому свои баллы скрыл? Сколько у тебя? 10? Или вообще 2? Знаешь, я этого совсем не хотел. Но ты мне выбора не оставляешь. Он открывает свои баллы. Позорится так по полной, да, новенький? У него 1000 баллов? Невозможно!